Инфраструктура Сбербанка на территории Юга России модернизируется наряду с активным развитием бизнеса на курорте. Ежегодно открываются новые комфортно обустроенные офисы, появляются банкоматы, терминалы оплаты. Услуга инкассации денежных средств и других ценностей позволяет обеспечить качественное и оперативное банковское обслуживание. Такими необходимыми ресурсами располагает кассово-инкассаторский центр Сбербанка. Новый режимный объект, единственный на Юге России, открылся в Хосинском районе на улице Красных Партизан 5. На торжественное мероприятие прибыл заместитель председателя Сбербанка России Станислав Кузнецов. В таком объекте и встреча главного гостя по-военному. Станислав Кузнецов поздравил сотрудников службы инкассации с профессиональным праздником. Лучшие работники были отмечены благодарственными письмами за подписью председателя правления Сбербанка России Германа Грефа. После официальной части небольшая экскурсия. Заботясь о своих клиентах и сотрудниках, руководство Сбербанка прежде всего думает о доступности и комфортных условиях. Так, для повышения профессиональных навыков работников центра помещение оснащено современным оборудованием и учебными классами. Здесь также предусмотрены места для досуга. Комната отдыха, спортзал и особое внимание требует единственный такого класса в России электронный тир. Свое мастерство в меткости продемонстрировал и Станислав Кузнецов. Специально использовали новые проектные решения для того, чтобы приспособить имеющееся здание для тех целей, которые нам необходимо решать в рамках кассово-инкассаторских центров. И мне кажется, что весь коллектив проявил здесь и инициативу, и смекалку, и учел все последние требования. Такой небольшой относительно, но очень функциональный, эффективный центр, который позволяет решать главное, решать поставленные задачи, решать их эффективно. Мне кажется, это главное, что удалось здесь добиться в рамках этого проекта. Гости также посетили производственные кабинеты и офис, где ведется контроль за инкассационным процессом, и убедились, что он обеспечен максимальной надежностью. Для защиты ценностей при перевозке Сбербанк применяет современные способы защиты. Транспортировка осуществляется при помощи специальных контейнеров и бронированных автомобилей, которые оснащены навигационной системой контроля. Наш коллектив сочинский, он абсолютно уникален. Наши сотрудники, то, что делают наши сотрудники, пожалуй, это лидеры нашего банка. Мы гордимся ими, и показатели бизнеса это доказывают. Соответственно, мы не можем нашим сотрудникам, лидерам, не делать лидерские условия для их работы и отдыха. Сейчас Сбербанк проводит конкурс среди работников службы инкассации. Победят лучшие из лучших. Кстати, по итогам полугодия сочинская команда заняла первое место и признана самой сильной в стране. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.